Более 8 миллиардов рублей – общая сумма инвестиций в проектах, рассмотренных в рамках инвест-часа. Каждый четверг администрация Щелковского района приглашает смелых и предприимчивых жителей рассказать о своих задумках – фабриках, фермах или заводах, словом, предприятиях. Перспективные получают поддержку на всех уровнях согласования. Так, за месяц штаб по созданию благоприятного инвестиционного климата рассмотрел 14 проектов. Первой ласточкой стал завод пеллетов биологического топлива, построенный в Огуднево. Завод построен, запущены первая линия. До конца второго квартала будет запущены дополнительные 3 линии производства. Также участки земли подобраны под 2 тепличных комплекса, индустриальный парк, лабораторию по сертификации лекарств, дилерский центр автомобилей «Рено» и даже под строительство завода по производству элементов для солнечных батарей. Всего курируемых администрацией проектов на данный момент 12. Все проекты уже спланированы, вошли в дорожные карты, по ним ведется работа, отслеживаются сроки. И, соответственно, после того, как будут проделаны все предварительные мероприятия, мы будем видеть, когда выносить на Московскую область для того, чтобы там утвердить. А вот и новый инвестор. Рыболовная база под говорящим названием «Золотые караси» должна появиться рядом с деревней Душонова. В обводненном карьере предприниматель планирует разводить карпов и форель. Рядом разместится небольшая база отдыха. Около 5-6 домов летнего типа с краткосрочным проживанием отдыхающих. Площадь там домов будет где-то порядка там, ну, до 50 метров. То есть небольшие дома. Вот. Значит, по всему периметру будут расположены беседки для рыбаков. Важно, что вход для жителей на территорию карьера останется свободным, платной будет только рыбалка. Также предприниматель обещает, что будут предусмотрены все нормативы пожарной безопасности и даже локальные очистные сооружения. Вы знаете, какие сейчас вопросы к экологии возникают, потому что рыба даже вот в нашей реке Клязьма, она, к сожалению, ну, экологически нечистая. А в этом озере отличная вода. Глава Щелковского района Надежда Суровцева отметила, что инвест-часы проходят достаточно активно, участников все больше. Однако пока информированность по району в целом явно недостаточная. Мы постарались информированность увеличить, так мы на Совете депутатов ставим вопрос, буквально вот во вторник следующий будет освещаться этот вопрос вообще о развитии инвестиционной политики в Щелковском районе и о работе вот этого нашего штаба по работе с малым, средним и крупным бизнесом. По словам руководителя районной администрации, в перспективе необходимо делать упор на масштабные проекты, которые обеспечат сотни рабочих мест для жителей Щелковского района. Александра Гранич, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».